Монастырский остров, остров на реке Днепр в одноименном же городе Днепр. Северная его часть является частью парка имени Тараса Григорьевича Шевченко. С материком остров соединяет пешеходный мост. Истинное название острова Монастырский, назывался он также Бураковским или Богомоловским, ну а советские коммунисты после революции переименовали его в Комсомольский остров. И только в 2015 году ему было возвращено его историческое название – Монастырский. В одной из старинных летописей было указано, что остров Монастырский получил свое название, исходя из того, что в 9 веке здесь находился византийский монастырь. Сейчас на этом месте находится небольшая церковь Святого Николая. Кроме церкви Святого Николая, здесь находится памятник Тараса Григорьевича Шевченко, парк аттракционов. Был даже небольшой местный зоопарк, который благополучно умер несколько лет назад. Ну и в его серединной части находится аквариум с пресноводными рыбами. Ну а основное назначение, конечно, острова – это пляж. Также хочу заметить, что северная часть острова – это гранитные скалы, ну а южная часть – это, по большому счету, песчаная коса, которая дает шикарные пляжи, как мы видим на этом видео. Днепровский муниципалитет пляжи облагораживает, есть дорожки, душевые кабины, места для переодевания. Даже здесь мы видим пандус для маломобильных людей, которые хотят искупаться в реке. Так что прогресс, как говорится, налицо.